В период с 1 по 4 октября ожидать резкое изменение погоды, сообщает Кыргызгидромет. На большей части территории временами дождей, в предгорных районах переход дождя в снег. 2 октября днем и 3 октября в отдаленных районах осадки сильные. Местами усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду. Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. 3-5 октября ночью ожидаются заморозки в зоне земледелия Чуйской области и в предгорных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областях до 0-2 градусов. В зоне земледелия Талаской и Сыкульской, Нарынской областей до -2-4 градусов.